Якби не було хвороб, то взагалі згадував про здоров'я. Ситуація із ковід цього року змусила нас звернути увагу на наш імунітет та його зміцнення, вітаміни, загартовування та правильне харчування. Сьогодні у нашій студії говоримо про важливе та актуальне разом із експертами. Денис Мінін – лідер міжнародного руху за здоровий спосіб життя. Олег Ткаченко – координатор зимового пляжу. Та Катерина Гашинова – завідувачка кафедри професійних хвороб та клінічної імунології Дніпропетровської медичної академії, доктор медичних наук, професорка. Вітаю вас всіх, добрий вечір. Вітаю. Пані Катерина, ви як лікар-практик, як науковець, скажіть, будь ласка, що ви знаєте про свій власний імунітет, як про нього дбаєте та як перевіряєте, чи готовий він до нових викликів? Добрый день, дорогие друзья. Действительно, я с вами согласна, что прежде чем давать какие-то полезные советы, необходимо разобраться, что же такое иммунитет. Итак, латинское слово immunitas означает освобождение. Это значит, что наш иммунитет – это свойство нашего организма противостоять, освобождаться от вредных веществ и вредных клеток. И первое, что приходит нам в голову, когда мы думаем об иммунитете, это, безусловно, вредоносные вирусы и бактерии. Это действительно так. Но на самом деле функции иммунитета гораздо более широки и многогранны. И у нас есть в организме не только внешние враги, но и внутренние. Поэтому наш иммунитет всегда на страже. И если какая-то клетка в нашем организме перерождается, например, становится опухолевой, то она тоже уничтожается при помощи иммунных механизмов. У здорового человека иммунитет – это такие рыцари без страха и упрека, это такие универсальные солдаты, которые всегда на страже. Потому что в процессе эволюции выработался алгоритм, в результате которого, если патогенных микроорганизмов или переродившихся клеток немного, то человек находится в безопасности, и его иммунитет справляется с этой нагрузкой. Поэтому я противница того, чтобы у здорового человека как-то этот иммунитет стимулировать. Потому что избыточный иммунитет – это тоже плохо. Это аллергия, это заболевания, которые мы называем аутоиммунные. И я точно не буду рекомендовать без разбора употреблять иммуномодуляторы, которые иногда в условиях пандемии сметаются с полок наших аптек. Денисе, ви як амбасадор здорового способу життя. Розкажіть, чи відчули ви на собі, наскільки змінився ваш імунітет після того, як ви активно почали займатися своїм здоров'ям? І коли ви це розпочали робити? Зачастую буває так, що люди починають займатися своїм здоров'ям тільки тоді, коли вже пізно. От я один із них, реальний примір, коли вів не завжди здоровий образ життя, іноді деструктивний, відповідно, коли вже отримав частину там, приобретених там, хронічних заболівань, які там обострилися, і ще щось, зрозумів, що потрібно укріпляти свій імунітет, займатися здоровим образом життя, правильно питатися і прочі штуки. Я, кстати, дуже солідарен з колегою, з доктором, дуже правильні мислі сказали зараз, да, коли у чоловіка преобладає патогенна мікрофлора, якраз то розвиваються всі ці заболівання і страшні речі. Ну, якщо коротко, то каждый человек должен в себе культивировать симбиотную микрофлору. А что это такое? Это элементарно. Правильно питаться, пить чистую воду и масса-масса вот всех сопутствующих нововведений, которые мы слышим и видим каждый день в здоровом образе жизни. Поэтому инструментов, как оздоравливаться, очень много. Мы сегодня об этом еще поговорим. Загартовывание – один из ваших инструментов? Конечно же, да. Но для меня закаливание не только в том, чтобы мы окунулись в ледяную воду. То есть для многих людей это вот определенный стереотип, что это обязательно должен быть стресс, что только в холодную лунку, где много снега, льда, нет, закаливание – это еще и свежий воздух, ходьба, ходьба босиком, это дышать свежим воздухом. Кстати говоря, один из лайфхаков очень крутых – это когда мы спим в прохладном воздухе. То есть да, мы укрыты тепло, мы спим под двумя-тремя одеялами, но дышим прохладным воздухом, свежим воздухом. Это тоже одна из разновидностей закаливания. И очень важно, когда мы высыпаемся лучше, когда у нас улучшается цвет лица, когда мы убираем все стрессы во время сна. А самое главное, выделяется правильный гормон мелатонин, гормон сна. А соответственно, когда у нас преобладает и в нормальном состоянии мелатонин, у нас еще и гормон счастья, серотонин правильно выделяется. Соответственно, мы убиваем одним выстрелом 10 зайцев, когда мы омолаживаемся, оздоравливаемся, высыпаемся, и это тоже часть закаливания. Поэтому говорить о том, что только стрессовые штуки, нет. Да, закаливание очень крутое, об этом Олег сегодня расскажет. Но еще есть масса факторов других, как можно закаливаться.
Олеже, тепер до вас. Скажіть, будь ласка, ось загартовування – один якийсь спосіб оздоровлюватися, бути, як так кажуть, на вірному шляху до покращення свого здоров'я та життя. Скажіть, будь ласка, ви як координатор зимового пляжу, що це за пляж? Хто туди може потрапити? Взагалі розповідайте. Та запрошуйте нас. Да, я буду немножко рекламувати і призивати вас всіх приобщиться к этому здоровому направлению. Как уже сказал Денис, закаливание – это одно из направлений. Если коротко о закаливании, то это что? Это регулярный, обязательный акцент на том, что это происходит всегда на регулярной основе. Это, в принципе, как в любом деле жизни, в деле в жизни. То есть, если мы повторяем что-то из ряда из дня в день, то мы потом приобретаем в этом опыт. Со здоровьем, в принципе, то же самое. Очень заблуждаются люди, которые считают, что на крещение можно прийти, окунуться, но это можно сделать разве что ради красивой картинки там, в Фейсбуке или в Инстаграме. На самом деле нужно это делать регулярно. Почему? Потому что повторяешь, организм у тебя привыкает, и когда происходят какие-то стрессовые ситуации, там, пандемия, ОРВИ и тому подобные вещи, организм этот просто момент отсекает. То есть он как бы он защищен, потому что он регулярно расширял горизонты своих возможностей. Скажіть, будь ласка, а чи всі можуть прийти до вас на ваш зимовий пляж та пірнути у крижану воду? Чи потрібна якась підготовка? Ну, смотрите, взагалі можуть прийти всі, безусловно. Самое важное здесь – это ваше желание. Конечно же, отдельно надо об этом скажет доктор, есть категория людей, которым нежелательно. То есть это сердечники, у кого давление, безусловно. Но если есть желание и у таких людей тоже, да, то при помощи врачей можно этот вопрос постепенно тоже вводить в свою жизнь, начиная банально, не обязательно приходить сразу в прорубь. Можно начинать, как вот учила меня моя бабушка, очень хороший лайфхак, берешь полотенце, мочишь его, оно влажное, с утра встал и просто растираешь свое тело полотенцем. Это тоже очень круто прокачивает организм в плане закаливания. Потом постепенно можно переходить на контрастный душ, а потом приезжать к нам можно даже тем, кто не хотят купаться. У нас там, честно, вот приедьте, посмотрите, у нас крутая мега-обстановка, атмосфера просто бодряк, мы там веселимся, шутим, купаемся, пьем чай, фотографируемся. Никогда от нас не уходил с плохим настроением. А это, кстати говоря, как уже было сказано Денисом, это же тоже здоровье. Чем больше человек радуется, чем больше он думает о хорошем и отсекает все плохое, тем он здоровее. Расскажите, место сбора, да, это в какие дни? Место сбора у нас традиционно уже не первый год. Локация Сентоза Кейбл Парк, это набережная Победы. Как ориентир Барон Разгуляев, за ним есть площадка для катания на лыжах. Вот прямо в этом месте мы проводим каждое воскресенье в 10 утра, начиная где-то с начала ноября до первого тепла, это где-то до начала апреля. Каждое воскресенье в 10 утра приезжайте, мы ждем всех. Если вы боитесь, не бойтесь. Я тоже боялся. Мой первый раз, я никогда не забуду. Все, кто этим занимается, тоже боялись. Но когда ты приезжаешь, хотя бы первые пару раз, просто нужно поприсутствовать. Ты увидишь, ты почувствуешь эту энергетику, тебе захочется. А когда ты попробуешь, ты уже не откажешься, потому что реально это затягивает. Это, ну, собственно, как здоровый наркотик. Да? Это как адреналин, который ты получаешь, только при этом тебе только плюс от этого. То есть ты не тратишь здоровье, наоборот, его приобретаешь. Поэтому приезжайте каждое воскресенье в 10 утра. Дивіться, якщо навіть не хочеш пірнати та боїшся, ти можеш приїхати просто за гарним настроєм, так? Звісно, да. Ми там круто проводимо время, ми шутимо, слухаємо музику, там проводимо зарядки. Це обов'язковий елемент і атрибут нашого воскресного маржування. Скажіть, будь ласка, а чи на будь-якому пляжі взагалі можна пірнати узимку? Та хто повинен бути поруч та слідкувати за дотриманням правил безпеки? Конечно, можно купаться где угодно, это понятно, потому что это доступный массовый способ оздоровления. Но мы пошли немножко по другому пути. Мы это сделали в первую очередь для себя и приобщаем людей, которые хотят этим заниматься. Поэтому у нас очень удобная локация, на которой нету песочного пляжа. То есть человеку не нужно идти там 2-3-4 минуты, у него коченеют ноги, ему уже точно ничего не хочется. Здесь размялся с улыбкой, на бодрячке. Есть специальные ступеньки, как в бассейне. Вы подошли, спустились. Если вы прокачаны, вы можете немножко проплыть. Если вы первый, второй, третий раз, вы можете просто на ступеньках присесть, почувствовать этот прилив энергии. Вылезли. Если это девушки, дети, мы всегда страхуем, помогаем. Касательно безопасности. Наш коллектив, наша команда Street Workout прошла специальные курсы по оказанию первой доврачебной медицинской помощи. Поэтому мы всегда тщательно и очень осторожно смотрим на новичков, на детей, на людей там, возрастных. То есть мы всегда их страхуем. То есть здесь нужно понимать, что вы здесь абсолютно безопасны. Поэтому приходите, мы вот прям за каждого боремся, и это круто.
Катерино, скажіть, будь ласка, щоб не знадобилися усі ці курси, кому не варто туди йти? Які групи ризику існують? Люди, як в цих групах ризику, хто вони? Ви знаєте, мені взагалі дуже імпонує підхід моїх колег по ефіру, диференційований і дуже вдумчивий, хоча вони не є професіоналами-медиками. Тому що, дійсно, существують групи людей, яким цього робити категорично не можна. В першу чергу, це пацієнти з заболіваннями сердечно-сосудистой системи. У них холодовий шок може привести к спазму коронарних сосудів вплоть до внезапної коронарної смерті. Лицам з сосудистой патологією теж стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом и получить советы, насколько им нужно глубоко погружаться в этот экстремальный вид спорта. Ну, а вообще, самая главная, наверное, рекомендация – это обратитесь к своему семейному врачу. Он знает ваш организм, знает все подводные камни. Ну, а закаливание вообще – это хорошо. И вот, готовясь к сегодняшнему эфиру, мы с моими аспирантами зашли на очень такой уважаемый в медицинских кругах ресурс, как PubMed. И на сегодняшний день там есть 315 публикаций, посвященных зимнему плаванию. Правда, три из них всего – это клинические исследования, причем проведены на небольших количествах людей – 15, 20 и 40, а остальное – это гипотетические предположения, основанные на нашем знании физиологических и патофизиологических механизмах реакции на холод. Так вот, в этих гипотетических исследованиях было действительно показано, что постепенное закаливание благотворно может влиять на адаптивный иммунитет. Но, как сказали уже коллеги, ничего не нужно делать резко. И во всем… Нужна сноровка, закалка, тренировка. Да, и еще важный момент. Маленьким детям я бы тоже не рекомендовала заниматься таким экстремальным видом спорта. Это связано с особенностями их жирового обмена. Пусть немножко подрастут, у них поменяется метаболизм. И тогда добро пожаловать постепенно на закаливание. Наші журналісти, до речі, побували на одному з таких зимових пляжів. Давайте подивимось, що вони там побачили. Неділя, 10 ранку, а на березі Дніпра вже людно. Містяни зібралися на купання, але перед цим обов'язково руханка. А вже після – занурення. Серед сміливців і Тетяна. Моржує лише другий рік. Каже, спершу відчуває холод і шок, а потім заряд енергії і бадьорості. Та краще один раз спробувати, ніж 100 разів розповісти. Жінка переконана, саме від такого загартовування не хворіє цілий рік. Звісно, це здоров'я, красота, удовольствие, енергія, молодость. Ну, тобто, мені дуже подобається. Таке відчуття, що я родилась заново. Все тіло колить, тобто я розумію, що приходить енергія, я становлюсь здоровее. Я перестала менше мерзнути. Менше боліти, практично не болію. А от 67-річна пані Наталя з моржування має більший досвід. Уже понад 10 років. Тіло не мерзне, вже шока нет, коли заходиш в воду. Просто тілу тепло. Літня жара легше переноситься, взагалі не чуєш літню жару. Вот. Потім це бодрость. Позитив. Жизнь кардинально помінялась, стало жити намного інтересніше. Веселее, можна сказати. Зручний захід до води, місце для руханки та перевдягання. Тут дніпряни збираються вже 5-й рік. Місце на набережній називають зимовим пляжем. Організатор каже, серед охочих люди різного віку. Утім, тут це не головне. Важливо, аби було бажання і підготовка – фізична та моральна. Якщо ви почувствовали, що ви дійсно хочете і дійсно готові до цього, це вже половина успіху. Звісно, ніякого алкоголю, ніяких інших вредних привичок. Ну, а після ми рекомендуємо полити теплою водою руки і ноги для того, щоб повернути їм двигательну активність. Лікарі застерігають, купатись у холодній воді потрібно лише систематично. Тоді від того буде користь. Якщо полізти без підготовки, у найкращому разі захворієте. Та можуть бути й ускладнення. Звісно ж, це повищена нагрузка на систему сердечно-сосудисту. Тобто, якщо у пацієнта є заболівання сердечно-сосудистої системи, то это может быть для него испытанием, которое превысит его компенсаторные возможности. Ну и
Он шел в прорубь за здоров'ям, а попадет в больницу. Якщо все-таки наважитись зануритися до крижаної води, не забудьте проконсультуватися з лікарем. Денисе, я знаю, що ви також полюбляєте зимові пірнання. Скажіть, будь ласка, скільки років моржуєте та як починали? Ми почали ще в 2014 году, починали на звичайному пляжі, без підготовки, без нічого, просто прийшли, переоделись і почали купатися. Ну, все це під чай, ні в якому випадку не під алкоголь. Кстати, ключова мисль зараз в сюжеті прозвучала по поводу алкоголю. Я напомню людям, що з точки зрення юриспруденции у нас этиловый спирт является пищевым продуктом. С точки зрения биохимии это не эроплазматический яд. И вот правильно было сказано, что у нас же людям, которые имеют проблемы с сосудами, тем более заболеванием сердцем, категорически запрещено, да, закаливаться. А те люди, которые курят и употребляют алкоголь, как раз-то имеют такие заболевания. Соответственно, им нечего вообще делать на закаливание. То есть ни в коем случае это несовместимые вещи. Особенно, когда, знаете, раз в год ради хайпа, ради красивой картинки в Инстаграме или Фейсбуке, люди там под бутылочку пива, бутылочку водочки идут на крещение и скупнутся. Это вообще неправильно, это категорически неприемлемо, это несовместимые вещи. И это не загор. То есть загор. Это точно, это не закаливание, это убиение своего организма. Это на 100% я вам гарантирую. Давайте поговоримо про позитивні речі. Да. Окрім загартовування, скажіть, будь ласка, ви розповідали, що ще існує дуже багато різних шляхів, як зміцнити своє здоров'я. Розкажіть, що входить до вашого режиму? В першу чергу, це правильні помисли. Во вторую чергу, це правильне питання, исключительно. То есть, правильна вода, правильні продукти, достатнє кількість клітчатки в виде овощей, там, ну, фрукти, і все це должно иметь определенний баланс. Самое главное, то есть белков, жиров и углеводов. Конечно же, это сон в проветриваемом помещении, не в сквозняке, а в проветриваемом, где достаточно прохладный воздух. Я сплю, например, я люблю спать, где температура 15-16 градусов, но под двумя теплыми одеялами. Соответственно, также у меня это прогулки. А ваша дружина? Есть моменты. Теплолюбива. Я просто знаю, що якщо я відкрию ту квартирку, мій чоловік вийде з кімнати. Всегда. Это абсолютно нормально. Всегда во всех семьях девушка хочет спать в тепле, а парень попрохладнее. Это нормально. Но нужно договариваться. И, конечно же, это прогулка на свежем воздухе. Это тоже часть закаливания, напомню. Легкая пробежка, не кросс изнурительная, а легкая пробежка, катание на велосипеде, прогулка, собственно, там, со своими детьми, с родителями, с кем угодно. Это тоже часть закаливания. То есть мы должны дышать свежим воздухом. И легкая, умеренная физическая нагрузка, не профессиональный спорт, также способствует оздоровлению. Вот эти все факторы я использую в своей жизни. Дякую. Катерино, скажіть, будь ласка, ключове питання цього ефіру. Чи можна натренувати той імунітет, якщо ми кажемо про поганий імунітет? Дуже цікавий вопрос. Діло в тому, що, як я вже сказала, ми рождаємося ізначально вже з заданим алгоритмом для того, щоб завжди бути здоровими. Но в силу різних причин, генетичних аномалій, внешніх воздействий, іноді наш імунітет, він як живий чоловік. Іноді він не поїв, не поспав, устав, він переключений на рішення якихось інших проблем. І тільки в цьому випадку, звісно, нашому імунітету потрібно помочь. Как это сделать? Первое, и тут я опять присоединяюсь к мнению наших коллег, это полноценно питаться. Недорого, не экзотически, а именно полноценно. Особенно это актуально в эпоху пандемии коронавируса, когда нашему организму наверняка понадобятся силы на то, чтобы противостоять такой опасной инфекции. Следующий совет. Дело в том, что сейчас для всех курильщиков, наверное, настало то время Ч, когда они должны, не откладывая в долгий ящик, отказаться от своей вредной привычки. Один из немногих доказанных факторов, которые усиливают тяжесть коронавирусной инфекции, это как раз курение, потому что курение табака увеличивает количество рецепторов к ангиотензин, превращающему ферменту, в наших легких. А именно через этот рецептор попадает коронавирус в организм. Поэтому, дорогие курильщики, теперь это уже не вопрос привычки, это вопрос жизни и смерти. Ну и, наконец, ключевое такое пожелание – приведите в порядок свои хронические болезни. Если у вас повышенное артериальное давление, его нужно регулировать. Если у вас повышенный уровень сахара в крови, обратитесь к эндокринологу.
И эндокринолог посоветует, как сделать, чтобы этот уровень был нормальным. Если у вас неконтролируемая астма, ни в коем случае не отказывайтесь от своих базисных каждодневных препаратов. Пусть ваш иммунитет не отвлекается на решение каких-то хронических проблем, а будет сосредоточен на противостоянии коронавирусной инфекции. Ну и еще один такой немаловажный момент. Это то, что демонстрируем мы в нашей студии вместе с Олегом. Надо уменьшать вирусную нагрузку. Потому что вот мы живем в условиях пандемии, и это как война. А на войне как на войне, как говорят французы. И если армия микроорганизмов многочисленна, то каким бы здоровым ни был наш иммунитет, он с многочисленными вирусами не справится. Как уменьшить вирусную нагрузку? Одеть маску. Конечно, она не защитит от всех микроорганизмов, но поможет справиться с теми, кто проникнет в наши дыхательные пути. А еще что можно сделать? Выйти на улицы. Потому что на улице и маску носить не нужно, если там немноголюдно. И наши днепряне в этом плане счастливые люди. У нас прекрасная, оборудованная, освещенная набережная. У нас масса спортивных площадок, которые располагаются на свежем воздухе, на улице. У нас замечательные отреставрированные парки и скверы. Давайте же выйдем из душных кальянных, из плохо проветриваемых баров, из торговых центров, куда многие ходят поглазеть, а не по крайней необходимости, на свежий воздух. І будемо отримувати удовольствие від життя і укріплять свій імунітет. Дуже важливо дослухатися до ваших порад, адже ви не просто науковець, ви лікар-практик, який працює наразі у 4-й міській клінічній лікарні і саме у відділі по боротьбі з коронавірусом, так? Так. Розкажіть, яка там зараз ситуація? Ну, ситуация достаточно тревожная. Конечно, мы были готовы к пандемии, потому что я представляю Днепропетровскую медицинскую академию. А в традициях нашей академии тесно сотрудничать со многими зарубежными коллегами. Вот, например, моя аспирантка была на трехмесячной стажировке в итальянской клинике в Милане как раз накануне пандемии. И когда она вернулась 31 января, а с 1 февраля их клинику, в которой она проходила стажировку, переквалифицировали под коронавирусную больницу, мы понимали, тесно сотрудничая с нашими итальянскими коллегами, что все те гробы, которые показывают по телевизору, это не фейк, это не запугивание, это реальная ситуация. И, конечно, наша больница еще с апреля месяца, когда был объявлен локдаун и пациентов было немного, готовилась, продумывала маршрутизацию пациентов, готовила койки, готовила кислородные концентраторы. Поэтому ситуация тревожная. Но медики готовы. И мы, конечно, очень не хотим, чтобы наших пациентов было много, потому что пока мы справляемся, но если ситуация выйдет из-под контроля, то нам будет очень трудно. Тому дуже важливо сьогодні також піклуватися про своє здоров'я, так? Носити маски, прогулюватися, закалюватися та правильно харчуватися. Так. Ми продовжуємо наш ефір. Я хочу, щоб ми дізналися ось що. Ми вирішили запитати у наших підписників, що вони думають з приводу теми нашого ефіру. Вони ділилися з Олесею своїми думками. Леся, розповідай, як ти підтримуєш свій імунітет та чи загортовуєшся? Вітаю, Арино. Скажу чесно, на водохреще завжди хотіла пірнути в ополонку. Але я мерзлячка і мене постійно щось зупиняло. Тепер, послухавши експертів, зрозуміло, що потрібно до цього підходити виважено і вже зараз потрохи починати підготовку. Щодо інших шляхів зміцнення імунітету, у зимовий час завжди приймаю вітамін D та намагаюсь правильно харчуватись. А як дбають про свій імунітет наші підписники у Фейсбук? Найбільша кількість дописувачів підтримують стан свого здоров'я, вживаючи вітаміни. Інші ж кажуть, що взагалі не переймаються цим питанням, а добре це чи погано, розкажуть наші експерти. Серед фоловерів були і ті, хто вважає, що саме правильне харчування і зміцнює наш з вами імунітет. І найменша кількість тих, хто проголосував за варіант загартовування. Можливо, як і я, побоюються починати, та після нашої програми вони змінять свою думку. Арино, а чи не плануєш ти на зимовий пляж цими вихідними?
Олесю, спочатку проконсультуюся із сімейним лікарем і обов'язково разом із тобою почну підготовку, а просто цими вихідними прийду за гарним настроєм. Дякую тобі за цікаву інформацію. Зараз разом із експертами обговоримо результати опитування. Скажіть, будь ласка, пролунала ось така ідея, варіант, як вживаю вітаміни. Олеже, ви вживаєте вітаміни? Я маю на увазі синтетичні вітаміни у вигляді пігулок. Ні, вітаміни я не приймаю. Очень важно було проговорено, що нужно все делать комплексно. Одного только закалювання, естественно, вам не хватит. Тут надо комплексно работать, как уже говорил Денис. И питание, и отдых. Это совокупность всех-всех-всех позитивных факторов, которые каждый понемножку, но добавляет вот как кирпичик в общий как фундамент. То есть вот так нужно работать. Невозможно вести какой-то там аморальный, нейтральный образ жизни, а раз в неделю приехать окунуться и считать, что ты здоров. Это не работает и не будет работать. Только комплексно. То есть сама идея здорового образа жизни, это же не только закаливание. То есть это масса-масса тех позитивных моментов жизни, которые абсолютно доступны, они нигде не скрыты под семью замками, это все есть, только бери и делай. И здесь выходит на первый план понятие желания. Да, как бы человек, когда хочет, он берет и делает. Вот кто не хочет, находит себе какие-то отговорки. Там, глянул в окно, там, пошел снег, там, погода нелетная, еще что-то, там, не с той ноги встал, холодно, не пойду. Нет, надо просто брать и делать. И когда ты начнешь это делать, когда ты понемножку будешь этот ком сдвигать, ты поймешь, что не все так страшно. А когда ты будешь видеть результат, а он непременно будет, потому что лично я по себе скажу, что я уже минимум 3 года, если какой-то ОРВИ проходит у меня, в очень легкой форме, я не пью никаких лекарств, я от них уже не то чтобы отказался, они мне не нужны. А специально таблетки, витамины я тоже не принимаю. Поэтому я себя чувствую прекрасно. Питание, отдых, здоровий образ житті комплексно, і тоді у вас все вийде. Тільки так це працює. Чому я підняла взагалі тему вітамінів? Я сама перехворіла, і моє лікування, воно було виключно з вітамінів. Це вітамін D, вітамін С та цинк, і це було прописано лікарем. І зараз я питаю, чи можливо взагалі просто напитися цих вітамінів до, аби не перехворіти? Катерина, таке працює? Ви знаєте, я к вітамінам взагалі відношусь дуже позитивно. Но как доктор я отношусь к ним в первую очередь как к медикаментам. И эти медикаменты действительно внесены в некоторые протоколы ведения пациентов, больных с коронавирусной болезнью, в частности, в американские протоколы. Но касается это уже заболевших людей. А оценивая витамины и микроэлементы как медикаменты, следует помнить, об этом знает каждый врач, что у них есть свои строгие показания, противопоказания и побочные эффекты. Поэтому длительное употребление больших доз, даже безобидного витамина С, чревато определенными последствиями. Откройте инструкцию, там все написано. Это может быть и бессонница, и повышенная свертываемость крови, и другие побочные эффекты. Цинк, который мы назначаем при коронавирусной болезни, может быть конкурентом меди, другого полезного микроэлемента. Витамин D, наверное, стоит проверить уровень его начальный, для того, чтобы подумать, стоит ли давать его избыточное количество. Поэтому я сторонница, но это должен сделать. Назначить должен только врач. Звертаємось до сімейного лікаря, да. Тим паче, що цього року сімейний лікар – це у нас просто перший ліпший друг. Да, правда. Трохи зразу дзвонимо йому. Скажіть, будь ласка, я хочу повернутися до теми загартовування. Чому? Скоро новорічні свята. І всі вже думають про те водохреща. Вважають, що якщо я кожного року пірнаю ту полонку, це вже регулярно. 10 років поспіль – це регулярно. Я хочу ще раз звернути увагу на те, як підготувати людей, які все ж таки підуть 19-го. У нас ще залишається трохи більше місяця. Денису, що треба робити зараз, якщо все ж таки Олеся та я захочемо пірнути? Смотрите, многие люди, когда идут окунаться в лунку, либо просто в речку, особенно на крещение 19 числа, делают это экстремально, потому что один раз в год. Соответственно, давайте уже исходить из того, что делать. То есть самое главное, первое, это разогреться перед тем, как заходить в воду. Сейчас конкретные правильные две рекомендации. Первое, это разогреться, нельзя заходить охлажденно. Например, вы разделись, да, до плавок, до купальника, и стоите в очереди, ждете. Ваше тело полностью охлаждается, вы еще дополнительный стресс в воде. Нет, ни в коем случае. То есть непосредственно раздеться уже перед самим погружением. И второй лайфхак, взять с собой не горячей, а теплой воды бутылочку. Достаточно пол-литра, литр, полтора, кому сколько хватит. Для того, чтобы, когда вы выйдете из воды, у некоторых людей, которые нерегулярно закаливаются, происходит стресс в виде шока
определенного эмоционального, психологического, когда идет отток крови от конечностей, от рук и от ног, для того, чтобы сохранить внутренние органы, соответственно, они их не чувствуют. И такой легкий шок, что делать, я не чувствую своих ног. Возьмите просто бутылочку теплой воды и полейте руки и ноги, и вам станет прекрасно, хорошо и замечательно. Вот таких две рекомендации используют все наши новички и кайфуют. Ще одне питання, ми трохи про це поговорили на початку нашої програми, це діти. Скажіть, будь ласка, чи ваші підопічні та ваші дітки ходять пірнати у прорубь взимку? Мої діти не закалюються, ну я не можу заставляти, знаєте, як сапожник без сапог. Це їх право, їх вибір, звісно, ну один вже взрослий 10 років, йому другий ще зовсім маленький, він, йому півтора годика рано йому ще закалюватися. Але, тим не менше, я вибрав такий путь, моя сім'я вибрала немножечко другий, теплолюбивий, ну, це нормально. Наслідувати чи ні, це вже діло кожного. Ні в коєму случаї, саме головне, от коротко, ні в коєму случаї не заставляємо. Не агитируем. Ребенок, он должен сам, в игровой форме. Хочу, пожалуйста, иди. Не хочу, не нужно заставлять. Часто я наблюдал картинку, это не у нас происходило, а там, знаете, в разных сюжетах, когда за шкирку и в воду, а ребенок кричит. Ему некомфортно, это стресс. Я считаю, это неправильно. Ребенок должен сам попроситься. Ну и ребенок должен немножко подрасти. Все-таки с точки зрения медицины маленькие дети не должны подвергаться таким экстремальным воздействиям. С какого віку радите? Я думаю, что с 18 лет это будет самое правильное решение. Олеже, а на вашего зимового пляжа часто дети приходят? Практически каждые выходные там приезжают родители с детьми. Но это опять же то, что сказал Денис, это правильный пример. Да? То есть приезжают, как правило, родители, которые сами закаливаются, дети, видя это, наблюдая, вначале приезжая просто вместе с мамой и с папой, потом они просто тоже приобщаются. То есть вот это вообще классный симбиоз, когда получается, что родитель показывает хороший пример своему ребенку, и ребенку это заходит. То есть правильно сказал Денис, что нельзя заставлять, потому что это как бы и так стресс, а когда это делается силком, то это просто отвернет в обратную сторону, и он даже когда ему будет 18 лет, он тоже не захочет туда пойти. Поэтому важно подавать хороший пример. Я прошу прощения, добавлю. Дело в том, что у нас приходят дети, школьники, там от 10 лет и до 16 приблизительно, и они вовлекают и приводят за руку уже своих родителей. То есть получилось наоборот. Це дуже добрий приклад, да, до речі. Да. Катерина, я хочу вас запитати, загартовування та взагалі імунітет – це взаємопов'язані речі, чи це просто як один із способів зміцнення здоров'я? І саме імунітет, імунної системи. Как я уже сказала, существует большое количество научных публикаций по этому поводу. И их можно разделить на три практически равные группы. Первая из них говорит, что да, действительно, это укрепляет иммунитет. Вторая говорит, что есть побочные эффекты, поэтому не рекомендуют этого делать. А третья говорит о том, что нет разницы между теми, кто закаливается и не закаливается. Но для того, чтобы добраться до истины, нужны клинические исследования. Вообще медицина 21 века – это медицина доказательная. Вот я думаю, что настало время, когда нужно просто провести большие клинические рандомизированные исследования по этому поводу. И тогда все наши гипотезы либо подтвердятся, либо будут опровергнуты. Ми в опитуванні почули, що дуже багато людей казали, що вони взагалі не переймаються темою імунітету. Чи правильно вони роблять? Ну, я думаю, смотря что подразумевать под иммунитетом. Если бесконтрольный прием каких-то лекарственных препаратов, то, конечно, так делать не нужно. А если речь идет о здоровом образе жизни, то это должно всячески приветствоваться. И давайте зараз, я хочу от кожного з вас почути топ-3 поради нашим глядачам. Дуже коротко, чітко та виважено. Скажіть, будь ласка, що саме допоможе людині залишатися здоровою? Катерина. Ну, первое, я уже говорила, носите маски. Второе, избавьтесь от вредных привычек. А третье, займитесь своим здоровьем. Обратитесь к профессионалам. Ну, кстати, вот Днепропетровская медакадемия славится очень значимыми школами. И у нас работают специалисты, это не громкие слова с мировыми именами. Например, школа пульмонологов под руководством Татьяны Алексеевны Перцевой вот уже больше 20 лет представляет свои научные работы на всех ведущих европейских и американских пульмонологических конгрессах. Публикуются эти работы во всех ведущих пульмонологических мировых журналах. И зачастую эти работы на несколько лет опережают время
Это касается, ну, в частности, и пандемии коронавируса, когда 5 лет назад на кафедре Татьяны Алексеевны была запланирована работа по лечению тяжелых пневмоний, а сейчас те способы, которые предложены были в этой работе, они внесены в протоколы по ведению коронавирусной болезни. Ничего себе. Да. Кроме того, я хочу сказать, что вот все наши ученые, а это и реаниматологи, и хирурги, и урологи, и инфекционисты, в своих научных изысканиях они вообще известны далеко за пределами нашей страны. На них ссылаются ученые авторитетные всех очень уважаемых, на всех очень уважаемых ресурсах. И, кстати, по индексу цитирования наша Днепропетровская медакадемия является абсолютным лидером среди медицинских вузов Украины. Но это не значит, что мы занимаемся только наукой. Все сотрудники клинических кафедр, в первую очередь, это практикующие врачи. И вот как такая наука сочетается с практикой, я расскажу на одном конкретном примере. Вот, например, на нашей кафедре есть договор с Венским медицинским университетом. Несколько лет мы поехали туда на стажировку и познакомились с методом молекулярной аллергодиагностики. А спустя буквально год в нашем городском аллергологическом центре, которым руководит заслуженный врач Украины, профессор нашей кафедры Евгения Михайловна Дитятковская, уже появилась соответствующая аппаратура. И сегодня мы можем сказать, что в нашем аллергоцентре больные лечатся также теми же лекарствами и диагностируются на том же оборудовании, как в Мадриде и как в Вене. И, кстати сказать, благодаря поддержке нашего мэра, детки и воины ОТО получают такое лечение бесплатно. Вот так наука и практика у нас чудесно существует в нашей медакадемии. Це гарні новини. До топ-порад ми прислухаємося. Олеже, ваші топ-3 поради. Топ-3. Перше. Приходите к нам. Тут все просто. То есть у нас все есть. И здоровый образ жизни, и закаливание, и всестороннее развитие. Потому что если мы говорим о здоровом образе жизни, это не только мышцы и здоровье. Да? Мы среди наших учеников, среди наших людей, которые к нам приходят, проводим тренинги, семинары, мы развиваемся всесторонне. Это тоже настраивает на полезный лад. То есть первое, приходите к нам. Второе, думайте только позитивно. Потому что, не помню, кто сказал, но то, что ты думаешь, то у тебя и происходит. Будешь больше думать о хорошем, ты в итоге это получишь. О плохом, соответственно, то же самое. И третье, это подкрепляйте свои позитивные мысли такими же позитивными действиями. То есть не лежите, не рассуждайте, ах, как было бы хорошо, а вот это делать у него классно. Бери сам делай, но делай хорошее. И вот эти, ну это лично мои топ-3, да. Вот, пожалуйста, берите, пробуйте. Но опять же, каждый может выбрать себе какой-то один из, но обязательно приходите и проверяйте. А краще все три. А краще все три. Денис. В нынешней сложившейся ситуации, в первую очередь, соблюдайте дистанцию. Во-вторых, мойте руки. И, понятное дело, ведите здоровый образ жизни, где есть правильное питание, закаливание, употребление умеренного количества витаминов, поливитаминов, аминокислотных составов и прочих штук. Все. Топ-9 важливих порад для наших глядачів від наших 3 експертів, по 3 з кожного. І навіть 10-ту скажу, та дивіться грані з нашими експертами, аби нагадувати собі, що важливо у житті. Я дуже дякую вам за таку важливу та корисну розмову, дуже актуальну розмову. Я дуже буду сподіватися, що наші глядачі прислухаються до ваших порад. Дякуємо вам за запрошення. Нагадаю, що сьогодні говорили про важливість профілактичних заходів та підтримки імунітету під час пандемії і не тільки. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.